Прямо не верится. Я на свободе. С тобой. В Италии, а? Да, мне тоже. Если б только над нами не висела эта проблема. Да. Когда нет проблем, тут еще приятней. О, а ты что здесь? Не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал тут по делам. С Салливаном. Ну, да. Ясно. На мост не залезешь. Эй, вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри. Ну, смотрю. Я промазал. Дело в движении кистью. Дай взгляну. Ха, видишь? Да, неплохо. Для второй попытки. Ну, вперед. Черт! Нейт! Видел? О, да ты профи. Теперь ты. И куда теперь? О, можно зацепиться вон за ту балку. Определенно. Поменяемся местами. Лезь через меня. Я держусь. Ладно. Так, поехали. С первой попытки. Ладно, ладно, не задавайся. Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и перебраться сюда. Я сейчас. Есть. Погоди. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vince. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Все, порядок. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если так.
столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Вот наше окно. Почти у цели. Выдержит. Давай уже. Все, спускайся! Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. А эти твои другие находки? Те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Вот тут нормально. Ты хотел сказать опасно. Черт! Ты живой там? Да, порядок. Oh.
Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Спасибо. Нейт? Нейт? Что? Так. Все нормально? Да. Ну как? На все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших коллег? Чем же? Курить можно где душа угодно. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит? Ну и богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Да. Ты знаешь, где у них тут рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Антипасти? Нет, спасибо. Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да. Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы. Так, пошли за мной. Через подвал срежем. А ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за веганства. Правда? Скузи? Да брось ты. Нет, конечно. Подвал в той стороне. Пошли. Крутое местечко. Конечно, идиотская европейская техно.
знаете? Это здесь. Так, поехали. Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Еще сомневался. Люблю смотреть, как работает профи. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Нейт, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да. Пошли. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. А свадьбы проводят? Ну да, тут полный сервис. Свадьбы, бар-мицвы, подпольные аукционы. Черт! Официантов видишь? Нет, только наемников. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Ладно, план Б.
Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. Вот так. Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты, я тут скоро окосею от винных паров. Счастье за рулем сами. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. Тупик. А Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Вот так. Смотри, вентиляция. Это наш выход. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово. Давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Тихо, черт. Там официанты. И лысый. Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Ничего. Portali. Sciacqua tu dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che questa gente. Prendi una bottiglia da 3 euro. E andiamo. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Si chiama.
Вот и свежий воздух. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно, рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Сэм, сюда! Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго, нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Ну как? Тихо, тихо. Buonasera. Ma che sta facendo? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало. Ну да. Ну, теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, в Риме поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в зал. Да-да, да. Сэм, слышишь? Сэм? Салли? Супер.
Мастерство не пропьешь. Пара сотен метров над землей. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. О, черт! И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рейф? Давно мы не виделись. Лет 10-12? 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Ха. Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как?
Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трон. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейс. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Я справлюсь. Лучше б я вызвался в официанты. Dobbiamo fare anche gli elettrici. Vuoi dire di no? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto?
Вот так. Так. Где этот чертов рубильник? Вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет спасибо. Таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Так, нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Ставка 140 тысяч евро. Вашей ставки, сеньор. Цена возрастает до 150 тысяч. Ну, хоть что-нибудь. Давай. Братец, я начинаю нервничать. Да подожди. Последняя ставка составляет 160 тысяч евро. Да. Сеньор ставит 170 тысяч евро. Следующая ставка 180 тысяч евро. Цена достигла 190 тысяч евро. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 200 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Барраты тут берущие, а все это хорошо. Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище. Ладно. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину.
Sbagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Spacoina? Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo! Tieni gli occhi aperti! Ute. Они повсюду. Ладно, зря мы не взяли бурки. Наверху выгодная позиция. Мерда. Se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Я иду. Сейчас заберусь только повыше. Ладно, до скорого. Да. Бальный зал. А там и дорога. Так, все в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно, и ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка... Повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Не вышло. Я тебе поддам. Иди сюда. Отдавай мне артефакт. Кстати, все здешние артефакты краденые. Им место в музее. Я ж только с самолета. Может, ничего? Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Признайтесь, вы не остеопат. Спина как болела, так и болит.
Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Наверное, в других штанах. Не трать мое время. Кармане. Где оно? Вот здесь. Я у машины. Вы куда провалились? Я встретил твою Надин Росс. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. А, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Я встретил твою Надин Росс. Такая душка? Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Держусь. Отсюда к тебе не попасть. Садиться можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Испанцы именно до куи. Сетачате лария. Виктор, я тут застрял. Иди, иди. Мы через зал. Ты говорил, он запер. Ну, теперь я не знаю, что это вы и всех вывели. Значит, зал, ты понял, Нейт? Да, понял. Thank you.
Ладно, я почти в бальном зале. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Далее у нас мало времени! Держись, я почти на месте! Уже почти! У тебя там что, катафалк? Быстрее! Яблочко! Держись!
так. Мою душу ждут муки ада.